Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди на аппарате Looking for Aliens в поисках чужих. Новая расслабляющая игра «Время-убивалка». Запасайтесь булками и готовьте лимонад, друзья, давайте взглянем на эту игру. Напоминаю, что вы можете помочь каналу, просто поставив лайк под видео. А чтобы не пропустить новое видео, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Мы находимся в меню, и здесь мы можем видеть... Ага, мы не можем промотать, чтобы посмотреть, сколько всего будет уровней. У нас здесь есть возможность посмотреть достижения. И есть еще какие-то карты, которые за что-то нам будут выдаваться. Их можно прокрутить. Сколько их всего? 25 карточек каких-то можно здесь получить. Ну давайте перейдем к первому уровню и посмотрим, что и как здесь нужно делать. Блорб. Доброго времени суток, уважаемые зрители! Вы смотрите «Космические новости». Меня зовут Блорб, и я расскажу обо всех важных событиях за последнее время. Министерство туризма ужесточило правила проведения пикников на территории заповедника «Земля». О ситуации с места событий расскажет наш специальный корреспондент Бубльгу. Приветствую вас, мои обожаемые фанаты! От Андромеды до Нибиру, с вами я, ваш любимый Бубльгу! Мистер Гу, давайте быстрее, эфирное время стоит дорого. Тихо, Блорб, мальчик мой, твой звездный час прошел. Уступи же место моей сверхновой. Гу, лучше не беси меня. Тихо, я начинаю. Земля – лучшее место отдыха для каждого пришельца. Но помните, людишки не должны узнать о нас. Так что не подкармливайте местных гуманоидов. А перед тем, как покинуть планету, не забудьте забрать с собой весь мусор. Кларк хорошо замаскировался, не отличить от человека. Так, это у нас настроечки. Давайте чуть понизим уровень музыки. За нахождение всех объектов из отмеченного звездой сета, чтобы разблокировать следующий уровень. Ага. Так, это что у нас? Куда пропал мой бластер? Наверное, Бобик снова его припрятал. Это письмо для Стива. Сегодня пришельцам никто не написал. Странно, ключи были со мной, когда я раскладывал еду. Где же я мог их оставить? Бобик любит чипсы, но ему до них не допрыгнуть. В общем, это получается подсказки о том, где могут находиться предметы, и наша задача эти предметы найти. Если мы найдем вот эти три предмета, отмеченные звездой, мы откроем следующий уровень. Но я постараюсь найти все пять предметов. Что вот это такое, пока что непонятно. А нужно обязательно убрать мусор после пикника. Ага, 5. Вот так вот, мы должны еще 5 единиц мусора собрать. Что ж, давайте будем осматриваться, давайте будем искать. Мне уже нравится антураж этой игры, мне нравится этот юмор. Уже очень даже весело. Вообще, я очень положительно отношусь к таким рода играм, к времяубивалкам, потому что очень полезно иметь хотя бы парочку таких игр всегда установленных. И когда есть у вас свободные 5-10 минут и нечего просто делать, допустим, пока ждете установку какой-то длительной игры большой, запросто запускаете немножко поиграть, это ведь весело потратить время так. А здесь еще и весело. В этой игре у нас юмор есть. Это хорошо. Так, и что мы получили? Ну, пока что не очень понятно, что это нам дало. Ну да ладно, давайте посмотрим. Значит, нам нужен... Кларк хорошо замаскировался. Не отличишь от человека. Вот это он, да? Амо. Маскировка снята. Отлично. Давайте поищем Бобика. Вот же ж он. Здоровенный. Нам еще нужны ключи. Ключи были со мной, когда я раскладывал еду. Может быть, они где-то здесь вот. Кстати, давайте посмотрим. Мы можем приближать, отдалять.
мы можем вот так вот двигать. Это все я делаю мышкой. То есть еще удобство обычно этих игр в том, что достаточно одной лишь только мышки, чтобы играть. И здесь это тоже реализовано, и это классно. Ключи. Ключи. Ключи были со мной, когда я раскладывал еду. Значит, по идее, должны они быть где-то здесь. Но я их не наблюдаю. А еще нам письмо нужно и бластер. Ну, давайте смотреть внимательно. Кстати, а вот это письмо здесь может быть? Ага. Отлично. А вот и письмо. Кстати, мы ведь увидели... вот это когда мы подобрали весь мусор. Возможно, за подъем мусора нам дают просто подсказку. Показывают какой-то важный предмет. Окей. А вот в коробке из-под пиццы не может быть? Нет. Опа. Ха, можно перекусить. Смотрите, здесь некоторые объекты прямо интерактивные. Я так понимаю, те, которые зеленые? Ням. Ням, говорит. Я-я-я. Я-я-я. А, не только зеленые, здесь... Да здесь почти все интерактивно, смотрите. О, а вот и ключи. То есть мы съели всю еду и смогли завернуть покрывало, отлично. Добро пожаловать на Землю. Получено достижение за выполнение задачи первого уровня. Так, но я еще хочу бластер найти. Так, ну здесь территория совсем небольшая, где-то он здесь должен быть. Да здесь на все можно ткнуть, и что-то происходит. О, а вот и он, отлично. Еще получено достижение «Ответственный турист» за нахождение всех объектов на первом уровне. Великолепно. А теперь мы, по идее, просто нажимаем сюда. И переходим дальше. Иха, ковбои, мы ведем репортаж с земной фермы, где межпланетная туристическая компания разместила рекламу прямо на одном из полей. Кто бы мог подумать, что она привлечет внимание аборигенов, а не целевой аудитории. Но давайте услышим все из первых уст. Рядом со мной находится настоящий любитель инопланетян и фанат нас с вами, леди и джентльмены. А чтобы не испугать нашего гостя, я буду использовать маскировку. Человек. Разрешите предоставить этого гуманоида. Он думает, что знает про нас все. Он собрал датчики инопланетян из микроволновки, пластиковых трубочек и пачки чипсов. Он 2 года следил за соседской кошкой, считая ее пришельцем. Почетный носитель шапочки из фольги – Жон. Меня зовут Шон. Простите, Шоун. Не расскажите нашим зрителям, что же здесь произошло. Явление. Круги на полях. Инопланетяне хотят нам что-то сказать. Я уверен, готовится вторжение. Они планируют нанести по нам удар. Но мы-то с вами знаем, что если удар и будет нанесен, то только по кошелькам отдыхающих. Мы видели, как тщательно вы осматривали место происшествия, Джон. Меня зовут Шон. Неважно, дорогуша, нашли что-то интересное? Нет, но я уверен, мы сможем найти больше следов. Какая самоуверенность, какое упорство! В таком случае продолжайте поиски, а мы за вами понаблюдаем. Так, нам нужно найти теперь синих вот таких вот человечков-инопланетян, да? 5 штук. Так, пугало нужно найти. А вот кто рисует круги на полях. Лови пришельца! А лейку? Найти лейку будет сложнее, чем иголку в стоге сена. Отличное место для наблюдения. Если НЛО вновь прилетит, то Кэрол точно его заметит. Чернушка пропала. Бьюсь об заклад, ее похитили инопланетяне. Гитара. Эта гитара самая обычная. Очень подозрительная, я ее уже вижу. Вот она.
Брюс, хватит сидеть в машине. Пора начинать съемку. Он где-то в машине, значит? На чердаке обязательно можно найти пришельца или хотя бы его фотографию. Шон обожает давать интервью. Настолько, что попросившие начинают жалеть об этом. Вот же Шон. Джона не интересуют пришельцы. Машины – вот его страсть. Злая тыква превратит твой сон в кошмар. Так, можно колесиком мыши прокручивать. Хорошо, это удобно. А давайте, значит, смотреть теперь. Осматриваемся. О, нашел синего человечка. И еще синий человечек. А, нет, это пугало. Вот здесь что-то спрятано? Ничего такого. Просто пугало. Тоже просто пугало. Опа, нашли еще кого-то. На чердаке, это что? О, мы нашли, видимо, карточку как раз-таки. Наверное, на первом уровне тоже можно было найти такую карточку. Нужно было просто еще где-то поискать внимательно. Это что? Это что такое? Что за котейка? Так, вот этот нам по-любому нужен. Получено достижение круги на полях за выполнение задачи второго уровня. Так, нет, это нам не нужно. Вот фотография, которая нам нужна. Ну. А вот что нам нужно тоже. Так. А вот еще синий человечек, кстати говоря. Так, здесь, может быть, кто-то спрятался. Оп-оп, нашел тебя. О, кого-то вижу. Отлично. Еще одного нужно найти, синего человечка. А вот он. Так, тыкву нам показывают. Будем иметь в виду. Давайте проверим тыквы. Вот лейка.
Так, давайте посмотрим хорошенько, кого еще нужно нам искать-то. Нам еще нужно найти вот такого вот Брюса в очках. Давайте сразу посмотрим. Может быть, мы его где-то видели? Значит, он у нас без шляпы. Он у нас в очках. А тут что? Ничего. Что-то я его не нахожу. Нет, там ничего. За камешком ничего. Нет, это ничего не дает. Надо проверять еще камешки за... Эй, камешек убежал. Ой, а это что за камешек? Попкорн. Нам остался только вот этот Брюс, получается, да? А нет, еще нужна вот такая вот злая тыква. Что-то я ни Брюса не могу найти, ни злую тыкву. А, ему снится кошмар про злую тыкву. Вот, экстраверт за касание к 10 гуманоидам. Достижение. Отлично, мы нашли злую тыкву. Но нам еще нужно вот такого вот Брюса найти. Что-то его я нигде вообще не вижу. Без шляпы, в очках. Где же он спрятался-то? Что про него говорят? Брюс, хватит сидеть в машине, пора начинать съемку. В машине? Ну, машины здесь только вот... Его нет здесь. А вот он где был, в багажнике. Скрупулезный репортер за нахождение всех объектов на втором уровне. Превосходно! Все, мы нашли все, что нужно.
мы продолжаем вести прямой репортаж из заповедника «Земля». На связи корреспондент Бубльгу. Долгой жизни и процветания, дорогие зрители! С вами снова несравненный Бубльгу. Сейчас мы находимся в самом центре прелюбопытнейшего, твою ж дивизию, культурного мероприятия. Можно сказать, на празднике жизни для каждого земного фаната инопланетян. Они называют это слетом уфологов. Здесь земляне наряжаются в костюмы различных фантастических существ. Вы только подумайте, именно так они представляют нас с вами, дорогие зрители. Посмотрите, Блорб, кажется, тут есть и ваш костюм. Гу, это скала. Именно, невероятное сходство. И как только землянам удалось так точно его передать? На этом мы заканчиваем. Блорб, ты серьезно? А как же рассмотреть все поближе? Уверен, нашим зрителям было бы интересно понаблюдать за этими умилительными человечками. Очень. Тогда за дело. Тем более, что в этот раз маскировка нам не потребуется. Мы сможем предстать перед человеками во всей своей красе. Они все равно решат, что это костюмы. Ох, сколько здесь человеков-то! Нам нужно найти 11 вот таких вот инопланетян. Так, а здесь уже территория довольно-таки большая. Довольно-таки большая. Здесь уже много осматривать. Хорошо, давайте посмотрим, кого мы еще ищем. Это что? Шон делает огромное чучело пришельца. Правая рука уже готова. Левую руку чучела Шон забыл в своей палатке. Странно, голова только что была здесь. Наверное, закатилась за камушек. Лем нашел себе укромное местечко. Здесь темно и полно мусора, но Лема это не смущает. Домики аборигенов такие милые и отлично подходят для маскировки корабля. Сомнительный арбуз, он не внушает мне доверия. Мое лучшее творение, этот гамбургер отлично украсит прилавок. Вот невезуха, все четыре колеса сдулись, где же Молли найти запаски? Нойдберг закрылся в палатке с кучей еды, теперь можно хорошенько перекусить. Карл ждал слишком долго и не стерпел. Но что делать теперь? Уйти сейчас – это раскрыть свой позор. Он что, обделался в смысле? Ждал слишком долго и не стерпел. Пусть за дверью толпа людей. Я не выйду отсюда, пока не переоденусь. Инопланетянин, который нарядился как инопланетянин. Невысокая цена за муляж бластера, особенно если знать, что это не муляж. Кстати, его я уже вижу. Отлично. Я настоящий ковбой. Так, а здесь много кого нужно искать. Давайте, наверное, как-то по порядку. Так, вот таких нужно не забывать тоже искать. Так, значит, давайте вот руки. Чучело пришельца. Правая рука, левая рука в палатке. Голова где-то за камушком. О, кстати. Эй. Кто-то закрыл обратно изнутри. А, кстати, вот это ж ей нужно собрать 4 колеса. Так, еще один. Вот еще колесо. А где-то рядом, может, еще одно здесь есть поблизости. О! Ишь ты, спрятался. Ой, ты еще такой вот. Thank you.
Нет, нам не такой нужен, но тоже какой-то с такой прической красной. Кстати говоря, дегустатор за съедение 10 единиц еды. Так давайте еще поедим. Так, тут главное не заблудиться. О, вот этого нам нужно обязательно. Там никого. Опа, вот это тоже нашли. Нужное. О, карточка еще одна, отлично. О, пицца заново появляется. Обожремся по полной программе. Нет, тут ничего. Ох, еще ж здесь тоже толпа огромная. А вот странный арбуз, похожий на улитку. Нет, ты нам не нужен? Ну ладно. Вот этот нужен по-любому. Так, эти все танцуют тут. А вот такой вот нам нужен, с розовой прической в розовых штанах. Нет, но это не он. И какой-то кот опять. А вот этот, который не дотерпел. Нет, это не он, кто-то другой там был где-то, который не дотерпел. Камней еще, кстати, очень много. Ой, сколько людей в очередь в туалет. Эй.
О, нашли еще одного. И вот это, кстати, нам нужен. Отлично. Еще 5 таких нужно. Где же их найти-то? Желудок, черная дыра. За съедение 100 единиц еды. О, нашелся нужный нам товарищ, отлично. Так там еще колесо, кстати, нужно одно. Вот оно, кстати говоря. Отлично. Получено достижение «Хочу верить» за выполнение задачи 3-го уровня. Но мы еще не всех нашли здесь, я хочу найти всех. Вот это вот еще нужно найти. Так, палатку, которая прячет летающую тарелку. В розовой шапке кого-то. Ага. Так, давайте вот с него, наверное, начнем. Розовую шапку ищем. Ищем кого-то в розовой шапке. Так, ну это не он, этот не подходит. Да здесь столько людишек. Так, нет, не подходит. Здесь столько людишек собралось. Вот он, да. Отлично, этого мы тоже нашли. Так, да. Теперь нам осталась палатка с летающей тарелкой и части чучела инопланетян. А, еще вот этих нужно тоже найти. Ой, сколько здесь палаток. Вот, я уже нашел нужную нам палатку. Давайте проверим все остальные. Итак, а левую руку чучела Шон забыл в своей палатке. Голова закатилась за камушек, а правая рука на чучеле пришельца. Где оно? Давайте эту чучело попробуем найти для начала. Где оно может быть? Да где угодно. Стоп, чучело, может быть чучело здесь где-то рядом была ферма, что ли? Может быть где-то там? Вот тут. Нет, ну это не то чучело.
его нету. Кстати, а еще вот сюда можно посмотреть. О, вот еще раз, два, три. Спрятались они тут, видите ли. Ха-ха. Сразу три штуки, а четвертый где? Где-то еще должен четвертый быть. Будем искать. Где же это чучело-то, а? Чучело пришельца. Не вижу. А вот. Так, нашли одну руку. Вот, возможно, где-то как раз-таки рядом находится и чучело. Вот оно, вот чучело. Рука уже одна на месте. А нет, это ту, которую мы прицепили. Вот рука, которая на месте. Еще где-то за камушек, получается, он говорит, закатилась голова. Странно, голова только что была здесь. Наверное, закатилась за камушек. Ну, я думаю, где-то поблизости должен быть этот камушек. Вот она. Так, а вот этих мы всех собрали, да? Проверяем. Да. Нам осталось найти еще... вот этого, вот такого. Инопланетянина. Ну, легко сказать. Где же он спрятался-то? Так, ну ладно. Нет, так нет, не находится он. Почему-то не знаю я, где его еще искать. Не находится он. Знаете, что в таком случае? Давайте тогда мы с вами уже здесь прервемся и подведем итоги по поводу этой игры. А игра-то на самом деле очень даже классная. Для любителей подобных времяубивалок, подобного вот поиска предметов, это самое то. Игра приятно выглядит, управление ну максимально просто вот удобное. Левой кнопкой мыши, игра приятно звучит. Игра с юмором, что тоже классно. И антураж, вот эти инопланетяне на Земле, тоже очень классно подходит игре. Я доволен, мне очень понравилось. Надеюсь, ребята, вам тоже нравится. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх.
также вы можете помочь каналу рублем по ссылке в описании. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья! Встретимся в новых замечательных прохождениях. Пока-пока! Прошло полчаса, но я упертый, я его все-таки нашел. Пришельцы среди нас.